Теремок ТВ. Привет, я Отто, а это моя камера. А это мой пес Вундершмац. Мы любим гулять и фотографировать животных. Пошли с нами. Мы идем по лесу, мы идем по лесу, мы идем по лесу, я и Вундершмац. Вы слышите, какой рык? Ну, кто так может рычать? Это же медведь! Сейчас я его сфотографирую! Медведь большой, лохматый хищник. Он рычит, а еще сосет лапу. Еще у него грубая коричневая шерсть и огромный след. Пойдем, Вундершмац. Впереди еще много интересного. Прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, топ-топ-топ. Смотри, какие смешные уши. А что это за звук? Бам-бам-бам-бам-бам. Кто это? О, это же заяц! И моя камера? Заяц маленький и смешной. Заяц любит играть на барабане. У него серая шерстка и вот такой след. Пошли, Вундершмац. Кого мы еще найдем? Мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, щелк, щелк, щелк. О, что это за звук? Кто так кричит? Это же филин! Давай его фотографировать. Это филин. У него большие глаза и смешно крутится голова. У филина мягкие перья и вот такой след. Ребята, мы сегодня отлично погуляли. А теперь давайте заглянем в наш фотоальбом. Медведь сосет лапу. Говорит «Рррррр». Заяц стучит в барабан. Смешной! Бам-бам-бам! Филин крутит головой, хлопает глазами. Говорит «У-у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 
Мы идем по ферме, мы идем по ферме, мы идем по ферме, я и Вундершмац. Вы слышите? Иго-го-го! Кто так кричит? Это же лошадь! Сейчас мы ее сфотографируем! Лошадь – большое и красивое животное. Она смешно ржет и быстро скачет. И еще у нее красивые волосы и смешной след. Пойдем, Вундершмац! Впереди еще много интересного. Прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, топ-топ-топ. Вундершмац, ты слышишь? Кукареку! Кто так кричит? Ой-ой-ой!
Ой, это же петух! Давай его поскорее щелкнем. Петух смешной. Он громко кукарекает и клюет зернышки. У него красивые перья и вот такой след. Пойдем, мой верный пес. Нас ждут другие животные. Мы бежим по ферме, мы бежим по ферме, мы бежим по ферме, щелк, щелк, щелк. Что это? Оно говорит хрю-хрю. А, это же свинья! Давай ее скорее фотографировать. Свинья говорит хрю-хрю. А еще она любит купаться в луже. У нее нет шерсти, представляете? Но есть пятачок. И у нее смешной след. Давай посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это лошадь. Она говорит «иго-го» и смешно прыгает. Это петух. Он говорит «ку-ка-ре-ку» и клюет зернышки. Это свинья. Она говорит «хрю-хрю» и любит купаться в лужах. На сегодня все. Пока-пока! Мы идем по джунглям, мы идем по джунглям, мы идем по джунглям, я и Вундершмац. Вы это слышите? Кто так рычит? Это же тигр! Давайте скорее его сфотографируем. Так. Это тигр. Он страшно рычит, а еще у него полоски, как у моряка. У него шерсть разных цветов. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. Впереди еще много интересного. Прыгаем по джунглям, прыгаем по джунглям, прыгаем по джунглям, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто это? Он кричит. Это же обезьяна! Снимаю. Это обезьяна. Она кричит. А еще она любит жонглировать бананами. У обезьяны серая шерстка. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по джунглям, мы бежим по джунглям, мы бежим по джунглям. Щелк, щелк, щелк. Смотри, какой длинный хвост. И как кричит. Кто же это? Это же слон. Давай-ка его фотографировать. Раз, два, три. Снимаю. Это слон. У него длинный хобот. Он громко кричит. А еще он может пускать смешной фонтан. У него нет шерсти и очень грубая и морщинистая кожа. А еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это тигр. Он рычит. Он полосатый, как моряк. Это обезьяна. Она кричит. У-ху-ху-ха-ха-ха. И она любит жонглировать бананами. А это слон. Он очень громко кричит, а еще может делать фонтан. На сегодня все. Пока-пока.
Мы идем по лесу, мы идем по лесу, мы идем по лесу, я и Вундершнац. Вы это слышите? Кто-то смешно хрустит в кустах. Это же белка! Давайте скорее ее сфотографируем. Так. Это белка. Она смешно хрустит, а еще она может набить полный рот орех. У нее нежная рыжая шерстка. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. Впереди еще много интересного. Прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто это? Он злобно хрюкает. Хрюк-хрюк. Это же кабан! Снимаю. Это кабан. Он хрюкает. Хрю-хрю. Кабан хочет быть красивее. У кабана жесткая шерсть. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, щелк-щелк-щелк. Смотри, какие красивые рога! Кто же это? Это же олень! Давай его фотографировать! Раз, два, три, снимаю! Это олень! У него очень красивые рога. Иногда он украшает их гирляндой. У него прекрасная шерсть. А еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это белка. Она смешно хрустит. Хрум-хрум. И может набить рот орехами. Это кабан. Он хрюкает и хочет быть красивым. А это олень. Он молчит, но украшает рога гирляндой. На сегодня все. Пока-пока. Мы идем по ферме, мы идем по ферме. Мы идем по ферме, я и Вундершмац. Вы это слышите? Кто это мычит в кустах? У-у-у! Это же корова! Давайте сфотографируем ее для нашего альбома. Отлично! Это корова. Она громко мычит, а еще она очень любит колокольчики. У коровы красивая разноцветная шкура. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. Нас ждет еще много интересного. Прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто это? Кря-кря. Это же уточка! Снимаю. Это утка. Она весело крякает и носит необычные прически. У уточки мягкие перья. И вот такой
след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по ферме. Щелк, щелк, щелк. Вундершмац, а кто это промяукал? Мяу. Это кошка. Песик, ты ее напугал. Нужно ее осторожно сфотографировать. Это кошка. Она мяукает и иногда шипит. А еще у нее ярко мерцают глаза. У нее приятная шерстка. А еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это корова. Она громко мычит. А еще она очень любит колокольчики. Это утка. Она весело крякает и носит необычные прически. Это кошка. Она мяукает и иногда шипит. Кошка отличная охотница. На сегодня все. Пока-пока. Мы идем по лесу, я и Вундершмац. Вундершмац, смотри, чей это пушистый хвост? Это же лиса! Давайте сфотографируем ее для нашего альбома. Очень хорошо. Это лиса. У нее очень пушистый хвост. А еще она мечтает стать певицей. У лисы яркая рыжая шерстка. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. Впереди много интересного. Прыгаем по лесу. Топ, топ, топ. Послушайте, кто это стучит по стволу дерева? Тук, тук, тук. Точно, это дятел. Нужно его снять на камеру. Внимание, снимаю. Это дятел. У него острый клюв и красная голова. Он главный сыщик леса. У дятла черные перья. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по лесу. Щелк, щелк, щелк. О, Вундершмац, кто это так хрустит? Хрум, хрум, хрум. Это же бобер. Раз, два, три. Снимаю. Это бобер. У него плоский хвост и острые зубы. А еще он лучший пловец среди грызунов. У него жесткая шерстка. И вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это лиса. У нее очень пушистый хвост. А еще она мечтает стать певицей. Это дятел. У него острый клюв и красная голова. Он главный сыщик леса. Это бобер. У него плоский хвост и острые зубы. А еще он лучший пловец среди грызунов. На сегодня все. Пока-пока. Мы идем по лесу. Я и Вундершмац. Вундершмац, ты это слышишь? Кто это так кричит? Мяу, мяу.
Это же рысь! Давайте сфотографируем ее для нашего альбома. Отлично! Снимаю! Это рысь. У нее кисточки на ушах и мягкая походка. А еще она очень любит рисовать. У рыси пятнистая шерстка. И вот такой след. Идем, Вундершмац. У нас есть еще дела. Прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, топ-топ-топ. Слышишь, Вундершмац, кто это так красиво поет? Вить, Вить. Конечно, это же соловей. Нужно его скорее сфотографировать. Внимание, снимаю. Это соловей. У него красивый голос и неприметный окрас. Он носит яркие шарфы, чтобы не застудить горло. У соловья коричневые перышки. И вот такой след. Поспешим дальше, Вундершмац. Нам нужны еще фотографии для нашего альбома. Мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, щелк-щелк-щелк. О, Вундершмац, кто это там квакает? Ква-ква-ква. Это же лягушка. Нужно скорее сделать снимок. Раз, два, три. Снимаю. Это лягушка. Она любит воду и высоко прыгает. А еще она умеет ловить разные предметы. У лягушки зеленая кожа. И вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это рысь. У нее кисточки на ушах и мягкая походка. А еще она очень любит рисовать. Это соловей. У него красивый голос и неприметный окрас. Он носит яркие шарфы, чтобы не застудить горло. Это лягушка. Она любит воду и высоко прыгает. А еще она умеет ловить разные предметы. На сегодня все. Пока-пока. Мы идем по ферме, мы идем по ферме, мы идем по ферме, я и Вундершмац. О, вы это слышите? Кто это так громко кричит? Бе-бе. Это же баран. Давайте осторожно его сфотографируем. Это баран. У него большие рога, а еще он любит бокс. У барана мягкая белая шерсть. И вот такой след. Пойдем, Вундершмац. У нас впереди еще много интересного. Прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, прыгаем по ферме, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто спрятался за кустом? Это же кролик! Снимаю. Это кролик. Кролик очень пугливый, а еще он очень миленький. У кролика серая шерстка. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по ферме, мы бежим по ферме, мы бежим по ферме, щелк-щелк-щелк. Вундершмац, кто это делает так странно? Это же индюк. Нужно сфотографировать его для нашей коллекции.
Внимание! Это индюк. У него смешной нос. Индюк очень заботится о своем носе и надевает на него колпак. У него красивые перья. А еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это баран. У него большие рога, а еще он любит бокс. Это кролик. Кролик очень пугливый, а еще он очень миленький. Это индюк. У него смешной нос. Индюк очень заботится о своем носе и надевает на него колпак. На сегодня все. Пока-пока! Мы идем по джунглям, мы идем по джунглям, мы идем по джунглям, я и Вундершмац. Вундершмац, ты слышишь, кто это так рычит? Это же крокодил! Нужно скорее его сфотографировать для нашего альбома. Раз, два, три, снимаю! Это крокодил. У него опасные острые зубы. А еще он очень хорошо маскируется. У крокодила зеленая пупырчатая кожа. И вот такой след. Идем, Вундершмац, нам пора. Прыгаем по джунглям, прыгаем по джунглям, прыгаем по джунглям, топ-топ-топ. Вундершмац, ты узнаешь этот голос? Ке-ке-ке. О, это тукан. Давай сделаем фотографию с ним. Внимание, снимаю. Это тукан. У него очень тяжелый клюв, и тукан часто привязывает к нему шарик. У тукана черные и желтые перья. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Впереди много всего интересного. Мы бежим по джунглям, мы бежим по джунглям, мы бежим по джунглям, щелк, щелк, щелк. О! Вундершмац, а кто это так храпит? Посмотри-ка, это же ленивец. Давай сфотографируем его так, чтобы не разбудить. Это ленивец. У него длинные лапы и добродушная мордочка. А еще он любит носить парики. У него серая шерстка. И вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это крокодил. У него опасные острые зубы. А еще он любит устраивать сюрпризы. Это тукан. У него большой клюв и маленькие глазки. Он любит читать книжки. Это ленивец. У него длинные лапы и добродушная мордочка. А еще он любит носить парики. На сегодня все. Пока-пока. Мы идем по лесу, мы идем по лесу, мы идем по лесу, я и Вундершмац. Вы это слышите? Кто так воет? А это же волк! Давайте скорее его сфотографируем. Так. Это волк. Он страшно воет. А еще он всегда голодный. У волка серая, грубая шерсть. И вот такой след.
Пойдем, Вундершмац. Впереди еще много интересного. Прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, прыгаем по лесу, топ-топ-топ. Песик, как ты думаешь, кто это? Он кричит: у-у-у-у-у-у. Смотри, какие у него красивые рога. Это же лось. Давай его сфотографируем. Снимаю. Это лось. Он кричит: у-у-у-у. А еще на его рогах поместится целая гора арбузов. Еще у него коричневая шерсть. И вот такой след. Пойдем дальше, Вундершмац. Кого мы встретим еще? Мы бежим по лесу, мы бежим по лесу, щелк, щелк, щелк. Ой, а тут никого нет. Хотя там кто-то фыркает. Фыр, 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 фыр. Кто это? Это же ежик. Давай его фотографировать. Раз, два, три. Снимаю. Это ежик. Он смешно фыркает. А еще он может носить еду и ягоды на своих колючках. У него очень острые иголки. А еще вот такой след. Давайте посмотрим, кого мы сегодня сфотографировали. Это волк. Он воет «ау!» И он всегда голодный. Это лось. У него большие рога, на которых поместится много арбузов. А еще он кричит «у-у-у-у!» А это ежик. Ежик смешно фыркает. Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр. А еще он носит еду на своих иголках. На сегодня все. Пока-пока. Ва!